Легкий разговор на радио «Шансон». Сегодня праздник у поклонников Виктора Королева. Любимый артист отмечает свой день рождения. В этом празднике заключено все счастье, вся радость, вся жизнь. Разговор короткий. 52 года сегодня исполняется не просто артисту, а человеку, второе имя которого – праздник. Мы поздравляем с этим радостным событием Виктора Королева. Между прочим, Виктор Иванович не только поет, он еще и замечательный актер, который даже успел сняться в фильме марокканского кинорежиссера. Так что это, друзья, артист с большой буквы. День рождения для Виктора Королева – это особенный праздник, один из самых любимых и долгожданных. В этом празднике заключено все счастье, вся радость, вся жизнь. Хотя вот в моем детстве редко отмечался мой день рождения, потому что это лето, и все разъезжались, и одноклассники, и однокурсники уже чуть-чуть попозже в жизни. И в семье у родителей всегда был отпуск в этот момент, и как-то забывали про меня. Целый стакан, лекарство от сердечных ран. И, конечно, у такого артиста, как Виктор Королев, который всегда дарит только улыбки и только хорошее настроение, мы не могли не узнать, в чем секрет, в чем рецепт, если хотите, настоящего праздника. Рецепт прост. Больше настроения, больше гостей, больше шума, гамма, танцев, мансов, прижиманцев, поцелуев, и все будет замечательно. С днем рождения, друг, ты прости, что вспомнил вдруг. С днем рождения, старый друг, жизнь пошла на новый круг. Виктору Королеву мы желаем огромнейшего творческого вдохновения, сил, энергии, здоровья и большого счастья. С днем рождения, Виктор Иванович! Иван Ветров, короткий разговор, до понедельника. Короче.